Рафаэль, что можете сказать по сегодняшнему матчу? В чем причины поражения, на ваш взгляд? Первый период пропустили сразу. Так нельзя играть в меньшинстве, там пустые ворота завезли. Ну, сразу сравняли, вышли вперед. Играли, в принципе, хорошо первый период. Агрессивно, там играли в зоне. Вот. А на второй период пропустили гол. Почему-то подсели. Соперник воспользовался этим, забил третью, четвертую. Вот. Ну и в третьем не получилось преломить хоть матч. Хотя бились ребят. Вот нельзя просто играть при болельщиках своих такой хоккей. Вы сегодня забросили шайбу, которая стала первой для вас на уровне в КХЛ. Да. Большой радости она мне не принесла. Лучше команда выиграла. Следующий матч играем со Слованом. С каким настроем выйдет команда на этот поединок? Нет ли каких-то упаднических настроений в коллективе? Ну, нам нужна победа. Тут у нас нет времени расстраиваться. Нам надо выигрывать игру. Прям кровь из носа. Всем биться. Доказывать, что мы умеем и хотим играть в хоккей.